Муфтия Дагестана оказал помощь центральной больнице Гиргебельского района на общую сумму порядка 500 тысяч рублей. На эти средства были закуплены необходимые препараты и средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов. На днях стало известно о гибели врача-рентгенолога этой больницы. Ее семье также передали небольшую финансовую помощь. В знак благодарности за самоотверженный труд еще 5 врачей также получили денежные средства. Поддержку оказали в рамках акции «Помощь врачам» благотворительного фонда «Инсан». Мы решили посетить сегодня Гиргебельский район. Мы встретились с медперсоналом в лице главврача, выразили им свою признательность, свою благодарность со стороны муфтията. И по мере наших сил готовы оказать возможную поддержку. Поблагодарили также ребят-волонтеров, которые уже несколько недель круглосуточно на ногах и делают все возможное для больных. Нам остается желать только лучшего, надеяться на помощь Аллаха и, конечно же, делать все, что возможно и что в силах наших. Помимо этого, представители муфтията обошли поселковые магазины, и в них они погасили долги за продукты питания первой необходимости тех семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.